Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья, садоводы, любители прекрасного. Перед вами растение ваточник сирийский. Назвал он был ошибочно, конечно. Произрастает он не в Сирии, родина у него Северная Америка. Он у нас относится к семейству кутровых. Спутали его с растением кутра, которое произрастает в Сирии. Вот уже 2 октября, он до сих пор цветет, благоухает, завязывает вот такие бананчики, семена, которых вата. Из семян он зацветает на 3-й год. Нет, видите, сколько стоит. Растение медонос. Со 100 гектаров можно собрать 200 литров меда. Хорошее растение. Используют ландшафтники его, делают обособленные клумбы, потому что он сильно разрастается, имейте в виду. Вот, но своим благоуханием он всех радует, всем нравится, все его хотят посадить у себя в саду. Вот такие вот растения растут уже больше 10 лет. На одной грядке я ему сильно не даю разрастаться. Вот такие заросли. Вот, видите, сколько семян коробочек. Вот, кому нужно будет, обращайтесь. Буду рассылать семена. Сейчас они немножко еще доспеют. И у всех будет вот такое красивое растение. Вот. Еще его называют садовый фикус. Потому что у него листья похожи на фикус. Вот. Также его когда-то пытались использовать для получения каучука, но это слишком дорогостоящее предприятие. Вот. И выделяет млечный сок. Его еще называют ласточкиным растением, потому что ласточки берут у него млечный сок и смазывают своим птенцам глазки, чтобы они быстрее открылись. Вот такое у вас растение интересное. Спрашивайте, комментируйте, отвечу. Агротехнику, как правильно выращивать. До новых встреч!